Вы же посмотрите, что происходит. Сегодня я читаю обзоры. Ах, Лукашенко отдал команду работать в прошлое воскресенье в сумерках, как я говорил, в спальных районах. Слушайте, я на той главнокомандующей. Я какой закон нарушил? Это мое дело. И Караеву не надо тут оправдываться. Он правильно сказал вчера. А как иначе было милиции поступить, когда они рынулись в квартиры людей? Мы же не знали, с какой они целью туда пришли. Мы исходили из худшего, мы защищали семьи. Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли с Минска? Этого не будет, пока я президент. Это мои функции и полномочия – защитить покой и мир наших граждан. Так будет и впредь. Они должны это знать.